Сегодня Владимир Путин встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Главная тема беседы – подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Путин отметил, что у нашей страны большой опыт проведения крупных спортивных соревнований. Москва нацелена на то, чтобы игры прошли на самом высоком уровне. Кроме того, президент считает, что футбол может поспособствовать решению и политических вопросов. Мы рассчитываем использовать подготовку и проведение чемпионата мира для выстраивания отношений со странами, которые принимают участие в этом крупнейшем мероприятии. Уверены, что футбол будет создавать дополнительные мосты к сотрудничеству. Мы все будем делать для того, чтобы продвигать и ваши идеи, идеи ФИФА в распространении этого замечательного вида спорта. Я не говорю по-русски. Я люблю футбол. Вы говорите, насколько мне известно, на 5 языках, поэтому выучить еще дополнительно русский вам не представить никакого труда. I will. Я выучу. Я чувствую себя как дома. Футбол – это командный вид спорта. Мы команда. Мы команда, которая организует лучшее мероприятие в истории футбола в такой прекрасной стране, как Россия. И весь мир будет смотреть на Россию. В ходе своего визита Инфантино посетил московские стадионы, на которых будут проходить игры чемпионата мира. К главному футбольному событию готовятся и другие города нашей страны. Так, в Петербурге стадион на Крестовском острове уже готов более чем на 80%. Полным ходом строительство идет в Екатеринбурге. На сочинской арене «Фишт» уже зеленеет газон. «Самар-арена» будет сдана в декабре следующего года.